Ну что, адмирал, ваши инопланетяне еще не прилетели? Нет, еще не прилетели. А как ваш проницательный Билл? Жду новую серию. Как? Ну как вы могли допустить, чтобы моя любимая Шарлотта убежала из дома? Без пальто! Напоминаю вам, сэр, что ходить по городу с холодным оружием запрещено законом. Дорогой, я подала объявление в газету, что нам нужна няня. Дорогая, курс биткоина упал в 1000 раз. Плакали мои денежки. И миссис Беннетс. И это вам нужна няня? Боюсь, что мы не сможем заплатить даже самое маленькое жалование. Ну, я же работаю за самое скромное жалование в школе. Веду кружок и подрабатываю в лагере. Я само совершенство. Само совершенство, вы само совершенство. От улыбки до жеста выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство. Знать, что я совершенство, знать, что я идеал. А как же бизнес? Мой бизнес – это воспитание детей. И не только детей. Я пляшу? Да будет тебе известно, Майкл, я никогда не пляшу, я танцую. Ничего такого не сказала, она рассердилась. Да будет тебе известно, Майкл, я никогда не сержусь, у меня ангельское терпение. Да будет тебе известно, Джейн, что настоящая леди никогда не говорит «А-а-а». И вообще, вместо того, чтобы попусту болтать, смотрите, что сейчас произойдет. Ты мой хот-дог, горячий бар, хорошо царизма. И я просто бомж из группы риска, а у вас прописка. Моя дорогая Шарлотта, немедленно домой. Она говорит, что никуда не пойдет без своего друга. Шарлотта, немедленно возвращайтесь домой. Я никуда не пойду без своего друга. Шарлотта, после всего, что я для вас сделала, ну ладно, заберу его домой. Ну, буду звать его, ну, Тузик. Меня зовут не Тузик, а Варфоломей. Сегодня на ужин я приготовлю мясо. Ой, а мы как раз знаем хорошего мясника. Он нам продаст мясо и слова лишнее не скажет. У меня скажет. В нашей колбасе печень и сердца и безымянный палец без кольца. Милейший, вы что-то мне сказали? То есть вам нечего мне сказать? Настоящему джентльмену всегда есть что сказать. Что-то у вас совсем не цветущий вид. А дайте-ка нам говядины. И отправляйтесь на Евровидение. Я пойду готовить ужин, а вы пока поиграйте со статуей. С кем? Со мной. Держи рыбу. Мисс Джей, разрешите мне пригласить вас на танец? Да, конечно.
со своего места? Простите, Мэри Поппинс, но мне так одиноко. У меня совсем нет друзей. Хорошо. Если молодому человеку так скучно, я могу приходить сюда каждый день с новой главой про проницательного Билла. Ну и где ваша ожившая статуя? Это не двигается, не дышит, не топочет, не лопочет. Вам нужно срочно отдохнуть. Идите-ка домой, Смит. И мы пойдем домой пить чай. Стойте! Не ходите туда! Мы должны срочно где-то спрятаться! Папа, папа, что случилось? К нам едет мисс Эндрю, моя няня! Ну и что? Да вы не знаете, кто это! Да это настоящая фурия, гарпия, грымза, дикер в юбке! Внимание! Я выхожу! Ну, дорогие мои, вы знаете, кто я такая? Вы мисс Грымза? Да нет, это Гитлер в юбке. Надеюсь, мисс Эндрю, поездка была приятная? Нет, как, впрочем, и ваши дети. Это что, Майкл? А это что, Джей? Ну ничего, я займусь вашим воспитанием. Эй, мистер Эй, эй, несите багаж. А что, у вашего слуги нет имени? А зачем оно ему? Он просто отзывается на «Эй!» Ну вся эта лирика. И где эта подозрительная особа, которая приехала раньше меня? Я здесь! Мэри Поппинс, вы лучшая! Мистер Эй, ты свободен! Как вас зовут, молодой человек? А я не знаю. Она всю жизнь звала меня Эй. Давайте вас будут звать Роберт. И вы больше не будете никому служить. Но я же больше ничего не умею. Вы сыграете на этой гитаре свои лучшие песни, которые услышат и узнают во всем мире. А мне пора. Ветер скоро переменится.